не тебя мы слышали. А? Там тоже Серега тикает, ну не ты. Я не слышу. Не слышал? Упал, провалил. Ау. Он вышивающий, нет. Ты вышел? У нас не из туалета. Он анархомуралист. Я из-за туалета вышел. Почему? Из-за. Потому что я не хочу в туалет ходить. Вы знаете, есть такая статья, участковая, нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Вы знаете, допустим, где тут пиво продают? Здесь пиво. Смотрите, раз. Есть пиво. Пиво продают. Продают. Я... Ходить в проект. Но я тут пиво, и то никогда не поедем. Ведите себя тогда по-человечески. Ну, я по-человечески ведем с собой. Вот. Между собой вообще, что-то я там слышал, вы тут там про сотрудников поехали, что да мы общаемся с собой. Мы общаемся с собой. Нет, я проблема. Вы находитесь вообще, вы можете сесть дома, вот другу своему указывает там. Вы можете пьян, можете даже, извините, обмочиться. Мне это будет никак не касаться. Но здесь вы находитесь, ведите себя. Ну, тут пиво продается. Продается. Мы поэтому в состоянии опьянения. Здесь пиво продается, здесь закусочное. Время уже как бы, да? Тут. Слушайте, мы вас есть не трогаем. Есть вариант пива пить? Отлично. Нет, есть, но вести себя нужно, как? Так, здесь хорошо, мы все идем, хорошо. Мы что, устраиваем какой-то дебош? Мы дебош устраиваем. Вы устраиваете дебош? Нет, мы не устраиваем. Мы не устраиваем. Я сам обращался на это внимание. Я стою спиной, я слушаю, которую... А у вас свое мнение может быть? Конечно, но вы можете его, я искал, высказывать. Если вы сотрудник, вы скажете, вы не дадите мне, выскажите мне свое мнение. Я не люблю сотрудников милиции. Я не люблю вот таких, извините, неформалов. Ой, извините, не милиция, а полиция. Все. Вы меня не любите, я вас не люблю. Я вам скажу, я вам говорю, я могу сейчас... Я честно скажу. Какая там хуёвка, давай! Нахуй на людей, ты такая сука! Я для тебя умер! Серёга, привет! Я специально для этой твари умер, блядь! Хоть раз! Для тебя хоть один мужик умирал! Ясной хуйни нет, блядь!